טוב, היום הנושא שלנו שאני אדבר עליו זה נקרא ניסיון. И сегодняшнее моё слово, которое я хочу говорить, это называется опыт. Испытание. ניסיון. Испытание. ואני רוצה לתת לכם להתחיל מסיפור אחד, אפילו משני סיפורים. Я хотел бы рассказать вам одну историю. פעם אחת הייתה משפחה יהודים. Однажды была семья евреи. זה היה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. Перед Второй мировой войной. והמשפחה הזאת הייתה מאוד מאוד עשירה. И эта семья была очень богатая. האבא במשפחה היו לו הרבה מפעלים. У отца в этой семье было большое количество фабрик. היה להם המון כסף. У них было большое состояние. Я захер бедюк это ир, что им гару бо. Я не помню точно название города, в котором они жили. Валь бы за шушала, что им яду, что улай татхил милхама, что рау эзе шукцат нуа. На каком-то этапе, когда они видели определенные движения, они поняли, что будет война. Вас потом им насули Европа. Они поехали в Европу. Им махру коль маша ялаем, а коль? Они продали все, что у них было. Коля мифалим, коля рахуш. Все фабрики и все заводы. Это байчилаем. И все, что было у них. Байалаем схум кесов мод, мод гадоль. Таким образом, у них была большая сумма. Так чего, что айом за яхолиот миллионим, кама уля хевра айом? Подумайте, сколько это может быть, то есть как, сколько сможет стоить компания. Айом эзешу хевра, лифамим уля עשרות מיליוני שקל, או אפילו דולרים, ולפעמים זה מיליארדים. В наше время компании могут стоить десятки миллионов долларов, даже миллиардов. ואצלו היו הרבה מפעלים. А у него было несколько таких компаний. ואז הם מכרו הכל והחליטו, מה אנחנו נעשה עם הכסף? Тогда они продали все и думали, что мы будем делать с этим. הם חשבו, האם כדאי לנו לפרוט את הכסף הזה לאיזשהו מטבע שהוא הכי יציב לאותו זמן? Они думали, может быть, имеет смысл поменять эти деньги на определенную валюту, которая будет очень крепкая на большом. Вахия циф был тот зман за я рубль. А самая крепкая валюта на тот момент был рубль. Азмашаем хашву, эмигиули медина хадаша. Таким образом они приехали в новое государство. Вед коля кесов им порту ли рубль и виру ли рубль. И все свои деньги они перевели в рубли. Акша, вы модлоки блю это кесов, за я не шла хэкшу бадор, но это яма. Они не получили деньги, это переводили через почту, я не знаю, как точно. Вазем хику ача за яво. Они ждали, когда это произойдет. А валь питом, был тот зман, че ая мишло хазе тас. И в тот момент, когда был этот перевод, эм отхилим ли крой тоним. Они начинают читать газеты. Вазем руим, че Русия, ле тот зман. Что Россия на тот момент. И умерит, а рубль ле шаве клюм. Говорит, что рубль ничего не стоит. Зел, а коля рубль нафал. То есть был дефолт, и все рубли просто. Взяло я шавек люм, за шавек мониар. Таким образом стали равны себестоимости бумажной. Вем немцаим бы медина хадаша, медина лё мукерет. Таким образом они находятся в новом государстве, абсолютно незнакомом. Сахру байт якар. Они сняли в аренду очень дорогой дом. Рацу лишлох это иладим шлаем лильмот бы университавот ахитовот. Они хотели послать своих детей учиться в самых лучших университетах. Вас креса гдоля. И потом было просто... Коля кесов шлем нейлям, а коль? И все их деньги в одночасье исчезли. Анахну лифамим дуагим ли 5000 шекель, ли 10000 шекель, о ли маот шкалим пашут. Мы иногда тревожимся за наши десятки тысяч шекелей, или даже за несколько тысяч. Эм ибду берега эхад от миллионей шкалим. Они в одно время потеряли миллиарды шекелей. Коля рехушина, а коль? Все свое состояние. Не лоя сапер это имшех, а харейзе. Я не буду рассказывать продолжение после. Дугмашния. Следующий пример. Бенадам, что я маамин. Верующий человек. Меод маамин. Очень верующий человек. А я осет коля мицвот шел Элоим. Маамин в Иешуа. Верующий в Иешуа, он исполнял все заповеди. Я мишарет ле Элоим. Эх шо я яхол. Так как он мог. Бакиля, бахуц. В общине и извне. Ваз йом эхад, у носея барехев. В один прекрасный день, когда он ехал на машине. Вешту над драхим. Произошла авария. הוא נשאר בחיים. Он остался жив. אבל הוא נשאר בלי רגל. Но, к сожалению, он остался без ноги. ובלי יד. Без ноги и без руки. ואז באות שאלות. למה? И приходит вопрос, почему? מה קרה? Что произошло? למה זה מגיע לי? Почему
почему это полагается. Но есть еще много сипурим домин. Есть очень много похожих историй. Вина шила шани шуэль. Вот вопрос, который задаю. Ма евдель бен шне сипурим аэль? В чем заключается разница между этими двумя рассказами? А им за доме есть машу ше кашур, о ше зашуне легамри. Есть ли что-то, что похоже, или это просто две совершенно разные вещи? За шила элихем. Ма евдель. Мой вопрос к вам. Ма доме по. В чем заключается, в чем разница и что схоже в этих двух историях? Мишу холь агид, макшавот. Кто-то может сказать свои мысли? За доме. Это похоже говорят, то есть... Ихад ибед это кесев, шени ибед это бриют, а валь кулам мы обдим помашу. То есть в двух случаях кто-то потерял деньги, кто-то потерял здоровье, но в двух случаях кто-то что-то потерял. Шнейми бифним роим, машу ше каралаем. И в этих двух случаях мы видим, что что-то произошло. Веносея шилану, кмо шамарти за нисайон. И тема нашей проповеди, как я уже сказал, это испытание. Валь еш шони, бешнея сипурим аэлю. Есть определенная разница в этих двух рассказах. Лифней шанахну роим это эмшек шеле сипурим, анахну афилю ло кольках мы виним ма шони. Перед тем, как мы увидим продолжение этих двух историй, мы не сможем понять, в чем заключается эта разница. Тем юдим, что бахаим шилану, анахну лифамим, еш лану алиот. И знаете, что в наших жизнях иногда у нас есть подъемы. Есть иеридот. Есть падения. Лифамим анахну нофлим моот хазак. Иногда мы просто падаем очень сильно. Велифамим анахну пашут афим. А иногда мы просто поднимаемся и расправляем крылья. Вазани роце лахем ларот шней сипурим мя тора, о шней тмунот. Я хотел бы показать вам две картины из Торы. Шемедабрим аль сугим шель нисайон, бо нагид каха. Которые также рассказывают о определенных видах испытаний. ואחד מהם זה בדיוק מהפרשת שבוע שלנו. И один из этих рассказов, одна из этих историй, как раз находится в нашей нашем недельном чтении. אז בוא תפתחו ספר שמות, פרק 33. Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 33 главу. ואני רוצה לקרוא מפסוק, בוא נקרא מפסוק 18. 18 стиха. 33, 18. 33 стих, 33 глава, 18 стих. Они края широт берусит. Дима прочитает сразу на русском. Яви мне славу твою, попросил Моше. Если тергум шеляйом. Тергум. За тергум шеляйом. А, это современный перевод. И Господь обещал, все мое великолепие я приведу перед тобою, провозглашу пред тобою имя Господне. Я милую тех, кого хочу миловать. Я милосерден с тем, с кем хочу быть милосердным. Но ты не можешь взглянуть мне в лицо, сказал Господь Моше. Не может человек увидеть меня и остаться в живых. Здесь есть место, вблизи от меня, сказал Господь Моше. Стань там, на скале. Когда слава моя будет проходить мимо, я спрячу тебя в расщелины этой скалы и накрою своей рукою. А когда пройду, то уберу руку. Ты увидишь меня сзади, а лица моего не увидишь». זה הסיפור. Вот история. אף אחד כרגע מכם אפילו לא מבין איך זה קשור למה שאנחנו מדברים. Я не думаю, что кто-то понял о том, в чем связь заключается этого рассказа с тем, о чем мы сейчас говорим. דבר אחד, משה אומר, אני רוצה לראות את הכבוד שלך. То, что Моисей говорит Господу, он говорит, я хочу видеть твою славу. אני רוצה לראות אותך יותר קרוב, את הפנים שלך, את המהות שלך. Я хочу видеть ближе тебя, я хочу познать тебя, я хочу увидеть твое лицо. ואז הוא אומר לו, אין בעיה, תעמוד על הצור. על הסלע. אז מה שאמרתי, כשהוא עומד על הצור, על הסלע, מאוד גבוה. Когда, то, о чем я хочу сказать, когда Господь говорит, встань на скале, очень высоко. Он עומד גבוה וחופשי, הוא רואה הכל. Он стоит очень высоко и... הוא מרגיש חופש בפנים. Он чувствует свободу внутри. הוא מרגיש חופש בחוץ. Он чувствует свободу также не внутри. עמדתם פעם על ההר גבוה, על התצפית? Вы когда-нибудь стояли на обзорной скале? Мяма, цариму я. Пожалуйста, поднимите. Мя я бы тот спит. Кто стоял на точке обзора? Второе, коль-кольках ефе. Ты видишь панораму, ты видишь все, что находится перед тобой. А с бифним атагам маргиш хофиш. Лады, они ищут тыргашти хофиш каза. И внутри ты также чувствуешь определенное состояние свободы, то есть ничего не мешает. וזהסיפור הזה זה בדיוק מזכיר את החופש שלנו. И этот рассказ как раз нам напоминает о вот этом состоянии. אנחנו, כמו משה, יכולים להיות באמונה אפילו הרבה זמן. Подобно Моше мы можем находиться в вере огромное количество времени.
Яхолим афилю лидабер им Элоим, Моше Моше дибер. Также мы можем общаться с Господом, подобно тому, как говорил Моше. Лекабель мемену итгалюйот велясот эт машу рочен. Получать откровение и соблюдать его волю. Вани батох, что есть по анашим, что маргишим эт зе бахаим шлаем, зе коре. Я уверен, что здесь есть люди, которые чувствуют это в своей жизни. Это происходит. Та маргиша коль тов, мевурах, яфе. Ты чувствуешь благословение. Миткарев ле Элоим. Ты приближаешься к Господу. Вулай та хамешаним осеру эсрим шана беймуна зе ло мешане. И может быть ты 5, 10, 15 лет в вере, ничего, это не имеет значения. אבל אז אלוהים אומר, но Господь говорит, אם אתה רוצה לראות את הכבוד שלי, אני אעבור. Видеть славу мою, я пройду. אבל מה שאני אעשה, אני צריך לשים אותך בתוך סלע, בתפר של הסלע. Но я должен поставить тебя на расщелине, среди скал. אני אכניס אותך בפנים, שם. Я поставлю тебя там внутри. ואז אני אחסה אותך ביד שלי ואני אעבור. Я прикрою тебя рукой моей, и я пройду. За давар хад. Это одна из... Они роцели арот, сипур макбили меод лизе. Параллельный этому рассказ, который я хотел бы сейчас... Нирали коли хад макиру то, вадибарно лав арбе зман, арбе памим. Многие знают, мы очень часто об этом говорили. За нисайон шель Йешуа, бамидбар. Это испытание Йешуа в пустыне. Тифтиху перек. Арба ми Лукас, он ми Матай. Лука, четвертая глава, или Матфей. Да. Четвертая глава также. Псуким решоним, бони крами шам. Первые стихи, давайте прочтем. Ифшар ля рот эдзе ля масах? Можно, конечно. Мима коль матхиль шам? С чего там все начинается? Стаклюм. Ваз руха, руах увиля эт Йешуа ле мидбар. Тогда Йешуа был возведен духом в пустыню для искушения дьявола. Зеу, маспик. Достаточно. Коль зе кара ахаре шуая в Иордан. После того, как он был в Иордане, все это произошло. Йешуа ля рот перек арба ми Лукас. Давайте покажем 4 глава Луки. Шам катув меод доме. В Йешуа мале бе руах акодеш. Ишо исполнен Святого Духа. Хазар ми Иордан. Возвратился от Иордана. Вууваль ле Мидбар. И был поведен в пустыню. Истаклюм, Йешуа. Давайте посмотрим. Ахарешо са твилят майм. После того, как он был погружен в воду. Умале бе руах. Он исполнен Святого Духа. Зе ситуация макбеля ле маше дебарти лифней зе. То, о чем я говорил, это очень похожие места. Зе анашим. Шеулай хазру ло мизман ле Элоим. Хазру бе чува. Которые покаялись недавно. Вем митмалим баруах. Улай сим твилят майм. То есть то, о чем мы говорили, это параллельно определенной ситуации, когда люди верующие, которые покаялись, они наполняются Святым Духом. Эм крувим ле Элоим. И таким образом они находятся близко к Господу. Он носил там аля ядаем шелаем. Он держит их в своих руках. Зе ахофи ше дибарно лав ло мизман. То самое состояние свободы и открытости, о котором мы говорили. Там маргиш това, коль зорем эцлеха. Ты чувствуешь себя очень хорошо, все у тебя течет практически. Вас питом макуре. Ну что происходит? Ата олех ламидбар. Ты идешь в пустыню. Шила шани шойлотхем. Ми шалах эт Йешуа лемидбар. Кто послал Йешуа в пустыню? Ми. Ми. Элоим. Господь послал Йешуа. Элоим шолех лемидбар. Господь послал пустыню. Эт Моше батефер шель ацур. А кто поставил Моисея в расщелине? В расщелине. В расщелине между скал. Ми. Элоим. Элоим сам отану бенисьонот. И Господь таким образом ставит нас, возводит вас, нас в определенные испытания. אם אני אשאל מה זה מדבר, אני בטוח שכולם יגידו לי הרבה, הרבה דוגמאות. Если я спрошу вас, что означает пустыня, вы, конечно, дадите мне очень много количества примеров. כולם מבינים שזה ניסיון בחיים שלנו. Все понимают, что такое испытание в нашей жизни. זה משהו קשה שאנחנו עוברים. Это определенные сложные ситуации, которые мы проходим. מה זה חור שאתה יושב פה בין הסלעים? То же самое. Что такое расщелина, когда ты находишься среди скал? Не сапер лахем сипур, пама нахну на самую нор летиюль. Однажды мы ездили с молодежной группой на экскурсию. Ваз а я шам маком, ши царих ли канес бо, зе бен шне слаим. Там было одно место, где нужно зайти между двух скал. Зе маком меод меод цар. Очень узкое место.
Кило, они бы быкоши они не хнасли там. С трудом я смог пройти в эту дырочку. Да, да, Мартиче, а варти. А, они яхоль для вот. Он бы смог пройти, но не захотел. А вал они вчера видит, за мазы пахать, а Марти мапитом они лё них насли шам. Ну, таким образом, он просто и не зашел туда. А Марти, они лё улехли канес бы макомазы, за мавхидоти. Ему было страшно туда зайти. А Марти, за мы вот царь шам, они маргиш лё ног бы за. Я чувствую себя некомфортно. Ула они и така шам. Может быть, я там застрянул. Вы так шиву, кулям црихим лалехет эхад ахаре ашени. И все должны идти друг за другом. Вы ешь маком, что ты царих лисхоль шам бихлад. Даже есть одно место, где ты должен просто ползти. Вы та, вы зэ бы мэт хор, шы зэ рак бакотр шили, шы бэко шани увэ. И это пространство диаметром практически так, как я с трудом могу пройти. Им эхад нитка, кулям ниткаим. Если один застревает, то все застревают. Альколя нор, них несу бы симха, и они хакити бахут. И вся молодежь залезла туда, а я ждал снаружи. А юкалюши ниткаувок, цацаков, аля врует. Естественно, были те, кто застряли, но потом мы их пропихали, и в общем все было хорошо. Ахоразе, бен аслаим. И вот это вот пространство между двумя. Замаком ле ноах. Это, естественно, не самое удобное. Зегамая маком ле ноах ле Моше. Также для Моше это не было очень самым удобным местом. Мидба, замаком бихлал ле ноах. Пустыня, соответственно, не самое удобное место. Аваль куляну нихнасим лезе, бирацун шел Элоим. Но волей Божьей мы должны проходить через. Шне дварим элем шоним, аваль еш лаем гам дварим мешутафим. Две вещи, о которых мы уже сказали, они, естественно, различны, но между них есть много общего. Они роцеля сбир лахем, шатем тиру ула изышу дерех вавана ма коре эцлейну бенисайон. Я бы хотел показать вам определенные места, чтобы вы поняли, что происходит с нами, когда мы проходим через испытания. Мазе суга нисайоназе. Что за разновидность испытаний? Они ло этен лахем чувот леакол, лама зе коре. Я не дам вам ответы на вопросы, почему это происходит. Лехелек мина дварим. Только на часть. Аваль адварим аэлю, шне адварим, цур, хор бен аслаим, ве мидбар за дварим шоним. Но два вот этих образа, две оговоренных уже вещи, расщелина между скал и пустыня, мы поговорим о них. Эм шоним. Они различны. Аваль шутав шелаем, давар эхан. Но между ними есть одна общая вещь. Давар решон. Первая. Коль зе коре аль яде Элоим. У саму тану шам. Первое. Господь ставит нас там. Кмоше у сам эт Моше бе хоразе. Подобно тому, как он поставил Моше. Каха у лаках эт Ешуа ле мидбар ве саму то шам. Подобно тому, как он поставил Моше в эту расщелину между скалами, он также возвел Ешуа духом в пустыню. А коль коре аль ядо. Все происходит согласно его воле. Давар шини мешутав, им анахну корим. И вторая вещь, которая является общей между כתוב, אלוהים אומר למשה, כשאתה תהיה שם בפנים, אני אחסה אותך ביד שלי. Господь говорит Моше, когда ты будешь находиться там внутри, я буду прикрывать тебя рукой моей. אני מחזיק אותך, לא יקרה לך שום דבר. Ничего с тобой не произойдет. בפרק, במתי, מה שקראנו, то, что мы читали в книге Матфея, בעברית כתוב, יותר ברור מאשר ברוסית. На иврите написано лучше. שם כתוב שרוח הובילה אותו במדבר. Ло эль медбар, бэ медбар, коль арбаим йом. Написано, что духом он был введен в пустыне. Не просто возведен. Коль арбаим йом. Но все 40 дней он находился там по водительству Святого Духа. Кломар, руах акодыш, а я это бы не сайона зе, коль азман, коль рега, коль йом, бэ коль шан. Постоянно был с ним во время этого испытания, каждую секунду. Хевре, бэ коль не сайон шанахну и врим, Элоим итану. Каждое испытание, которое мы проходим, Господь находится в пустыне. А я чело алеха. И рука его на нас. וזה דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים להבין ולדעת אותו. Важный момент, который мы должны понимать и знать. כל ניסיון שאנחנו עוברים, בא על ידי אלוהים עצמו. Исходит от него, от Господа. והוא בא ואיתנו בזמן הזה. И он находится с нами во время этого. מחזיק את משה ביד שלו. Он держит Моисея своей рукой. ממלא ישוע ברוח הקודש. Наполняет Ишуа Святым Духом. אבל הנה המשך. Но вот продолжение. מה זה שונה בזה? Что разного в этих двух ситуациях? אני אמשיך את הסיפור. Я продолжу рассказ. אותה משפחה. Та самая семья. כשהם קיבלו קריסה כזאת. Когда они прошли через это падение. הם מאוד התחילו להתלונן על אלוהים ולא הבינו מה זה.
Они начали жаловаться и ропотать Господу и не поняли, из-за чего это происходит. Сказали: Элоим, лама та осе лану эдзе? Кибальну коль ма шая лану. И они сказали: почему ты делаешь это? Лама та осе лану эдзе? Для чего ты делаешь с нами это? Лама та каха митнаег итану? Почему ты так с нами нехорошо себя ведешь? Инне нершамну ли университет, акшав ани ло яхоль лелехет лешам? Мы записались в университет, не можем туда пойти. Сахарну дира, эн ли ма лишалем, эн кесев беклан. Мы сняли в аренду квартиру, у нас нет денег заплатить. Ма анахну холим ласот акшав? Что мы можем сделать сейчас? אז מה שהם עושים, כמו עשו רבים, הם פתאום החליטו לעלות לארץ ישראל. אני רשילי רפטריירוואצה בזרעיל. כי הם ידעו, שם יש עזרה, עוד איזשהו משהו, אפשר לחיות. В тот момент это не называлось так, но они переехали в Израиль и знали, что там хотя бы какая-то помощь будет. זה לא בדיוק עזרה, אבל יהיה לנו חיים, נוכל לעשות, אולי נקבל מדינה ונתחיל לבנות אותה. Что-то у нас будет, может быть, мы получим какую-то землю и сможем начать что-то строить. Типа медина מאוד עשירה ולא יכולים לחיות. А здесь государство очень богатое. ורק אחרי שהם עברו לשם. И только после того, как они туда переехали. ממש אחרי ימים ספורים התחילה מלחמה. Через некоторое количество времени началась война. И рефо שהם היו לפני זה. И тот город, в котором они находились. וכל היהודים שהיו שם ושמדו. Все евреи, которые находились в этом городе, были уничтожены. ורק אז. И так только тогда. הם פתאום מבינים. Они поняли. למה הוא עושה את זה? Для чего Господь это делает? פתאום הם רואים את כבוד אדוני. Вдруг они увидели славу Божью. פתאום הם רואים איך הוא מוביל אותם. Вдруг они увидели, как он вёл их. Потом им роим, лама эта криса азот. И вдруг они поняли, для чего было это падение в их жизни. Зе сипур эхад аль квод Элоим. Это одна из историй о славе Божьей. Зе сипур эхад аль Моше, шоу потом ахарей зе роэ эт квод Элоим. И такая же история с Моше, который вдруг увидел славу Божью. Аваль у роэ дзе рак басов. Но он видит это только в конце. Катув по... אתה לא תראה את פניי, ותראה אותי מאחורי. Написано, что ты не будешь видеть лица моего, ты будешь видеть меня только со спины. רק כשאתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל על הדרך שעברת, פתאום אתה מתחיל לראות את כבוד אלוהים. И также, когда ты смотришь назад, когда ты смотришь на тот путь, который ты прошел, начинаешь видеть славу Божью. אבל כשאתה נמצא בתוך הניסיון הזה, אתה לא רואה את העתיד. Когда ты находишься внутри испытания, ты не видишь, что будет дальше. אתה מתחיל לבכות ולהתלונן. Ты начинаешь плакать и жаловаться. אתה רואה את הקושי. Ты видишь трудности. אבל אתה לא מבין למה זה קורה איתך. Ты не понимаешь, почему это происходит с тобой. וזה מה שאני רוצה לעודד אתכם. אלוהים יודע למה הוא עושה לכם את זה. И то, что я хочу вам сказать, Господь знает, для чего он делает это с вами. הוא מחזיק אותך ביד ורוצה להעביר אותך, כי לעשות לך טוב בסוף. Он держит тебя в своей руке, и он хочет в конечном счете сделать хорошо для тебя. תדודד. ободрись. סיפור שני. Вторая история. Это אחד מהסיפורים. Также одна из многих историй. Шам медубар бамет аль нисайон. Когда речь идет о испытании. Они יודע שכל אחד מכם יש חולשות בנו. В каждом из нас есть определенные слабости. אתה חי בעולם הזה ואתה אומר, אלוהים, אין לי מספיק סבלנות. И ты говоришь, Господь, у меня нет достаточно количества терпения. אני רוצה להיות סבלני, לא יוצא לי. Я хочу быть терпеливым, но у меня не получается. תן לי סבלנות. Дай мне, пожалуйста, терпение. השני אומר, תן לי אפשרות לאהוב את אנשים, אין לי אהבה, תן לי אהבה. Кто-то, может быть, говорит, у меня нет любви, дай мне возможность любить людей. ואחר אומר, אני לא יכול לסבול אנשים כשהם מדברים איתי בכלל. А третий говорит, я терпеть не могу людей вообще, когда они со мной разговаривают. אני צריך משהו שאני אוכל להתייחס אליהם. Я должен что-то иметь, что-то в сердце, чтобы я вообще мог с ним иметь отношения. ומה אלוהים נותן לנו? И что Господь дает нам? האם הוא נותן לנו אהבה? Он дает нам любовь? האם הוא נותן לנו סבלנות? Он дает нам терпение? אתם תגידו. Вы скажете. מה אתם אומרים? Что вы говорите? אני חושב שלא. כי מה שהוא נותן, הוא נותן לך הזדמנות להראות את הדברים שאתה מבקש. Он не дает нам непосредственно эти вещи, но он дает нам возможность проявить то, что ты желаешь. כי אם אתה מבקש סבלנות, הוא ייתן לך רגע כזה שאתה תהיה מאוד עצבני. Если ты просишь от Господа терпения, он даст тот самый момент, когда ты будешь просто не себя от гнева.
אבל זה בדיוק הרגע שאתה צריך ללמוד, שאתה צריך לעצור ולקרוא לאלוהים. באתת момент ты должен остановиться и призвать имя Господне. אתם יודעים, לפעמים אנחנו חושבים ומדברים שוואלה, אני טוב עם אנשים. Иногда мы стоим и говорим внутри себя: ой, я очень хорошо веду себя. Они יודעים להתנהג עם אנשים טוב מאוד ומסתדר עם כולם. Я потрясающе лажу со всеми. אבל בפנים יש לנו משהו שאנחנו אפילו לא מדמיינים שזה לא נכון. Но внутри нас живут всякие такие вещи, которых мы как бы не очень. פסוק אחד אומר, הבן אדם לא יודע מה נמצא בלבו. И написано в одном стихе, что что человек не знает, что находится внутри его сердца. Ваз Давид умер, Элоим, ти насе оти. И тогда Давид говорит: Господь, испытай меня. Ваза не да, мало нахон. Я буду знать, что внутри меня. Ваза не обор, ма не вин, ма не царих лишанот. И тогда я пойму, что я должен изменить. Анахну лифамим хошвим, что анахну людим. Иногда мы думаем, что мы знаем. Анахну лифамим хошвим, что есть лану маспик, савлану, ава. Иногда мы думаем, что у нас есть достаточно терпения, любви. Яхас ля нашим ахарим. И мы правильно относимся с другими людям. Аваль бафоль, зацавуа. Но фактически это лицемерие. כי פתאום אלוהים שם לך כזה מצב. потому что иногда Господь дает, создает такую ситуацию. שמישהו דוקר אותך כל יום ויום. что кто-то просто тебя постоянно. ואתה אומר, בואי אלוהים, למה שלחת לי את הבן אדם הזה לחיים שלי? אני לא יכול לסבול אותך. Господь, ну зачем ты мне послал этого в мою жизнь? не могу его терпеть. לא יכול לדבר איתו. и говорить с ним не могу. הוא כל הזמן עם הבעיות שלו, מה אני צריך? И постоянно он жалуется, и сколько это можно уже? אבל אלוהים לא סתם שלח לך. Но Господь не просто посылает такие. כי הוא יודע את הלב שלך. Он знает наше сердце. כי הוא יודע שאולי אתה חושב שאתה בסדר במצב הזה, אבל הוא רואה לא. потому что иногда мы думаем, что мы очень хорошие ребята, но Господь знает нас на самом деле. ואז הוא מעביר אותך את הניסיון הזה. и таким образом он проводит нас через испытания. למה? почему? כדי לחזק אותך. для того, чтобы укрепить нас. Игерет эль Яаков. Послание Якова. Катув шам. Написано. Мама Тара. Написано в послании Якова, в чем цель подобных испытаний. Игерет Яаков, перек решен. Первая глава послания Якова. Ифшар ля рот. Сейчас нам покажут. О. פסוק 12. 12 стих. בואו נקרא. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. עכשיו, עוד פסוק אחד. Еще один стих. פסוק 2. Второй стих. Братья мои, когда на вашу... С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Саумера нисайон уба делясот утха шалем. То есть, испытание Шлемут. Происходит для того, чтобы сделать нас цельными. Латет леха льет мушлам. Быть практически совершенным. Бли льет дофи. Без исключения. Недостатка. Без недостатка. Ты мавиним, что им хасер леха, савлану, то ава, у маши зелё и е. Если не достает тебе терпения или любви, или неважно чего. Элоим роет зе, ва умавир утха, это не сайон, вели хазек утха, бадавара. Господь видит это и проводит тебя через испытание, для того, чтобы освободить тебя от подобных недостатков. אבל יש שני סוגים של ניסיון עצמו. Но есть два вида испытаний. אולי יש יותר. Может быть, есть больше. אבל אחד, זה שקשור לדברים מאוד материальным, хумрим. Один из этих, одно из этих испытаний, это физические вещи, материальные вещи, которые мы можем понять. אתם זוכרים כולם משל על הזורע באדמה. Да, вы помните притчу о сеятеле? ואז כתוב שהוא זרע וגדל. И что-то выросло. ואז כתוב אחרי זה בסוף שהיו כאלו были такие, שהם עזבו בגלל הקשיים שבאו. Были те, кто отошел из-за трудностей, которые пришли. כתוב שם שבאו צרות. Пришли трудности, пришли проблемы.
Вазе мазву. И они ушли. Эмло лом дуба нисайон. Они не прошли это испытание. Ваю каэлю, ше баайот йом йомиот. Что проблемы, которые происходили за дня в день, были трудны им. Ваз еш не дварим. Лифамим элуим шолех лану царот лехаим. Иногда Господь посылает нам испытания в нашу жизнь. Ше питом ата нирдав. И на каком-то этапе мы вдруг проходим через гонение. Коев леха. Нам больно. Ваеш нисайон ахер, ше питом мы виим леха кесеф. А есть другого рода испытания, когда вдруг ни с того ни с сего тебе приносят большую сумму денег. Еш леха байот йом йомиот. У тебя есть... Дагот. У тебя есть какие-то традиционные проблемы ежедневные. Какие-то ежедневные дела. Коль за нисайон. Арбе паамим элоим пашут роцели насот это эмуна шелам. В очень многих ситуациях Господь просто хочет испытать нашу веру. Ото бы надам, шей бет регель веяд. Тот человек, который потерял руку и ногу. Зе я нисайон бы ему нашену. Это было испытание его веры. А им ата яхоль лямших им зе каха. Сможешь ли ты продолжить так? А им ата яхоль лямших им ота теква бы Элоим. Сможешь ли ты также надеяться на Господа? Им ота неиманут ли Элоим. Точно так же быть ему верным. והרגע הזה הוא מאוד מאוד חשוב בחיים, זה צומת. Это самая минута, она очень важна в нашем хождении с Богом. Это своего рода перекресток. כי אם אתה נופל שם, זהו. Потому что если ты упадешь там, то все. זה הרגע חשוב. Это ניסיון של אמונה. Важный момент твоей веры, это испытание твоей веры. Авраам היה צריך להביא את בנו לקורבן, ניסיון של אמונה. Авраам должен был принести своего сына, таким образом, испытав веру. אנחנו לפעמים מאבדים את הקרובים שלנו. Мы очень часто теряем наших הורים, ילדים, родителей, детей. נפגעים בגוף שלנו. Получаем какие-то проблемы в наше тело. אנחנו לא מבינים למה. Мы не понимаем, из-за чего. אבל זה ניסיון של אמונה. Это испытание нашей веры. הסתכלתי אתמול איזשהו סרטון מאוד קצר על... Я посмотрел вчера небольшой фильм. על בחור אחד שהיה חולה סרטן. Об одном молодом человеке, который был болен раком. בחור מאמין ומשרת. И служащий. הוא היה בהלל. Он служил в группе прославления. ואז פתאום התחיל סרטן אצלו. И вдруг у него начался рак. עכשיו הסרטון מראה לאותו רגע שהוא היה עוד חי. И этот фильм показывает в ту минуту, когда он был жив. ואז הוא אומר... Он говорит. Питон сартан авар. Вдруг рак прошел. Моот самахти. Аса химиотерапия ваколь. Он прошел через химиотерапию и подобные вещи, и он был очень рад. А коль авар. Все вдруг прошло. Ваза харешаво, питон хозер ваод ютер гаро. И через неделю вернулся опять. Вебая, это ло бая бы кавед, ло яхлю ли тапельбо ютер. И у него были проблемы в печени. Амру леха не шар леха хочан. Ему сказали, что у тебя осталось всего 2 месяца. Ваз, бо то сертон умер. И в том же фильме он говорит. Элоим, а не лой дай лама. Господь, я не знаю почему. А валь давар эхад маод ламати. Но одну вещь я понял. Бо то рега, кше за я корейти. В тот самый момент, когда это происходило со мной. Ламати льет баль ахитов баулям. Я научился быть лучшим мужем в мире. Ламати льет аба ахитов баулям. Я научился быть лучшим отцом в мире. Ламати льет овед ахитов бамифаль. Я стал лучшим работником в моей фабрике. Ва има та терапеути, а не смах. И Господь, если ты меня исцелишь, я буду рад. Ва не амин быха. Я буду верить в тебя. А валим они амут. Но если я умру. А не отдай не смах. Я точно так же буду. Ваня, дай на минбах. И я точно так же буду верить в тебя. Вахара Йомай умет. И через два дня он умер. Анахну лё мы виним, лама зе коре. И мы не знаем, почему это происходит. Валь зе нисайон. Но это испытание. От кама та тишер это? Насколько ты будешь верен ему? Вазыны шней драхим. И вот два пути. Пам эхад Элоим роце ляарот леха это кавод шело. У роце ляоцил отха мимашу, ляоциль. Бывают случаи, когда Господь хочет показать тебе славу свою. Так что, улай, эхад микем, о кама микем, немцаим бы не сайон. Может быть, кто-то из вас находится сейчас во время такого испытания. Вы улай филу тухлю ля авдиль. И может быть, вы сможете различить. А валь улай за гамно колька хашу, в кемаше хашу. Это не столько важно. Шетавину Элоим этхем. Но важно, чтобы вы знали, Господь находится с вами. У итхилит зе, у исайем эдзе. Он начал это, и он это закончит. וזה שמחזיק אתכם ביד. Он тот, кто держит вас за руку. סיפור אחד. לפעמים זה קורה איתנו, וגם לי זה קרה. ואיתכם זה קורה אולי. Еще одна история. תחשבו,
היה בן אדם, כל יום בבוקר הוא היה יוצא לעבודה שלו, בדיוק בשמונה. Это случилось с вами и со мной это случилось. Это со многими случается. Был один человек, который в 8 часов утра вышел на работу. כל יום הוא יצא בשמונה. Каждый день он выходил. Потом באיזשהו יום הוא התעכב קצת. И в один прекрасный день он немножко задержал. ממש לחצי דקה. Полминуты, не больше. הוא היה בא כל הזמן, מתיישב באוטובוס ונוסע. И всегда он выходил одно и то же время, садился на автобус и ехал. Вас потом уйцев урой автобус. Уцер квар умет бы это хана. Он встал на автобус, и автобус уже стоял на остановке. Вас умат хиларуц, Микола Кокша ешь. Он бежал за все свои. Цоек, тру, тру. Кричал подобным образом. Вас у кимато кеф автобус матхил лазуз. Практически достиг этого автобуса, но... Вас у брат духев ба автобус. Он стал стучать по автобусу. אומר, עצור, עצור, אבל אוטובוס נוסע, לא מעניין אותו. ואז ילדים אומרים לו, היי, ביי ביי. Так мы дети сказали. ילדים שיושבים באוטובוס אומרים לו, ביי ביי. Сидели в автобусе. ואז הוא עצבני, מקלל את כל העולם, ושתו. Естественно, он был ужасно разгневан, ругался на весь мир, в особенности на свою жену. Он за сам запятой козы появил. Ну, это естественно, просто так он сказал. Он мекалел это на агазе. Как он ругал этого водителя. מה? למה לא יכולת לחכות? Естественно. הוא מקלל את כל אלה שיושבים בתחנה. Естественно, он ругал тех, кто сидит на остановке. אומר, מה? לא יכלו להגיד לו שיחכה שנייה? Ну, не могли сказать, чтобы подождал полминуты. יש לו כעס. Он ужасно был рассержен. איחר לעבודה, מה הוא יעשה עכשיו? Он опоздал на работу, что он сейчас будет делать? ואז פתאום אחרי 5 דקות. И через 5 минут. או 10 דקות. Через 5 минут, где через 10 минут. הוא שומע רדיו. Он слышит радио. Шаутобус нехнас ли ты уна? Что этот автобус потерпел аварию. Выкулям на иргу. И все, кто был в этом автобусе, умерли. Мазумат хилявин, вау. И он вдруг начинает понимать. Илуи масита. Господь, что ты сделал? Ахшава не роя таковочинха. Я вижу твою славу. Баутора, как что я отзвонил, Лора Айц. Тот самый момент, когда он ругался на весь мир и был ужасно злой, он не... Ой, я мухан на рогат кулям. Он был готов всех убить. אבל עכשיו הוא רואה את כבוד אדוני. Теперь он видит славу Божию. כשאתה נמצא בחור בין הסלעים, מאוד לא נוח לך. Когда ты находишься в этой самой расщелине, тебе неудобно. כשאתה עובר במדבר, חסר לך מים ואוכל. И тем более, что ты в посте, тебе не хватает... חם לך שם. Не хватает... קשה לך שם. И тебе просто тяжело. אבל כשאתה תעבור את זה. Но когда ты пройдешь через это... עם המחשבה שאלוהים איתך. Той самой мыслью, что Господь находится с тобой, ты увидишь его славу. А ты це хазак бы ему нашел. И выйдешь, и твоя вера будет намного сильнее. А ты тикабель, вы тие нейман ли Илуим арбе ютер. Ты выйдешь, и твоя уверенность в Боге, и твоя верность Господу. А ты савланучил хатит хазек. И терпение твое укрепится. כי כל אחד מאיתנו, כשהוא נמצא בין הסלעים, בחור הזה, הוא מרגיש אחרת. אחד זה נוח לו. השני אפילו לא רוצה להתקרב לשם. כל אחד מרגיש אחרת. וזה תלוי בך איך תרגיש בניסיון שלך. Это зависит от тебя, как ты будешь чувствовать себя. Имата маамин ле Элоим. Если ты веришь Господу. Чата мы вин, ше ушо мэр. Когда ты знаешь, что Он... Чата мы вин, ше узэ ше маавир отха. Он заботится о тебе, и Он тот, кто ведет тебя через это испытание. Ата яхоль ит хазэк. Ты можешь укрепиться. Ата яхоль льет мамаш бэй мэнуха бэкшаим аэль. Ты можешь быть практически в покое во время... Кета сумэхала. Потому что ты доверяешь Ему. זה מה שהוא רוצה לתת לך. זה מה שהוא רוצה לתת לך. ביטחון באלוהים. ту самую уверенность в себе. ששום דבר רע לא יקרה. Уверенность в нем, что ничего плохого не случится. בגלל זה יעקב אומר. Из-за этого Яков говорит. כשאתם נכנסים לניסיון, תשמחו חבר'ה. Когда вы проходите через испытание, радуйтесь. אתם תראו את כבוד אדוני. Вы увидите славу Божью. ואתם תצאו חזקים. עם סבלנות. И вы придете, у вас будет гораздо больше сил и терпения и уверенности. אז המסר שלי זה לעודד אתכם. Таким образом, мое послание это ободрить вас. זה כן קשה. Это да, тяжело. אין ספק, זה קשה. Никакого сомнения в этом. Конечно, Аваль, это тяжело. Так зик бы Элоим. Но держись, Господа. Киуитха. Он с тобой. Катув. Написано. Ба переказа бы Матай. В этой же самой главе. Шебасов. В Англии от Матфея. Ешуа, кшо у них нас лишам. Что когда Ешуа зашел туда.
Ленисайон. О, я мале барох. Он был наполнен духом. Вальше у яца миша. У яца бегворат арох. Он вышел в силе духа. Но есть Евдель. Есть разница. Нахну нихносим халашим. Мы... Арох и тану, мале барох. Мы приходим туда слабыми. Мы, несмотря на то, что мы наполнены духом. А валя та юце им кох. Но мы выходим оттуда с силой. Та юце хазак. Ты выходишь оттуда второе сильным. Это квода Дунай. Ты видишь славу Божью. Авину бешамаем. Отец наш небесный. Они модели хавур. Я благодарю тебя за твое слово. Улай фисфастит маши рацити лягид. Может быть, мне не очень получилось сказать то, что хотел. Аваль, они... Мы вакеш, что ты не дуд для коли хад мейтану. Чтобы ты ободрил каждого из нас. Что нахну нухали от хазаким. Чтобы мы могли быть сильными. Что нахну нухали смо. Чтобы мы могли радоваться. Бы коль маца. Во всяком время. Что бедюк барега акаше нахну навин, что та этану. Что именно в самый сложный момент мы чувствовали, что ты находишься с нами и понимали. Ваз нухаль пошут ли смох валяги да не бутербаха. Просто радоваться и говорить, я доверяю тебе. И мата этхаль та это я не удей, что та тисалем. Если ты начинаешь это, я знаю, что ты закончишь. Тазор лану лирот гам это гбурашенха. Помоги нам видеть твою силу. Это кого челхак Моше Ирета ли Моше. Твою славу, как ты показал ее Моше. Тазор лану лавор нисайон. Помоги нам пройти через это. Ята афпам лену тен ми эвер шанахну ахолим. Ты не даешь выше наших сил. Маше бемет ахи маньен. И то, что он действительно на самом деле интересно. Зе рак шанахну мы стаклим ахора. Только когда мы смотрим назад. Анахну мы виним аколь. Мы понимаем все. Анахну роем от кола дерех. Мы видим весь путь. Тире оти ми ахорай. Вет панайлю и раю. Смотри, Адунай умер ли Моше, та тире у тебя ахора. Ты увидишь меня сзади. Ахора, вот там иля, что там истакель ахора. Сзади, точно то же самое слово, когда мы смотрим назад. Не хочешь, что коли хад мекем, юхаль ли истакель ахора ле хаим шило, шу яхзор абайта. Каждый из вас может посмотреть назад на свою жизнь, когда он вернется домой. Вы там минули, а тем тиру арбе несим шелу им асайтхем. Увидите огромное количество чудес, которые Господь сделал с вами. ואם תתעמקו אתם תזכרו בהרבה דברים שאלוהים עשה לכם ולא שמתם לב אז. Если вы углубитесь, вы увидите сколько многих чудесных вещей Господь сделал. Тем тиру от кама я этхем. У זה שהוביל אתכם. Сколько он был с вами и как он вел вас. Адунай אתה גדול. Отец, Господь, ты велик. לך כבוד ותפארת. Тебе вся слава и честь. בואו כולנו נקום. Давайте встанем. Внасе беркат Аарон. И давайте сделаем благословение Аарона. И вархеха Адунай ваишмиреха. Яэр Адунай пана велеха ваихунеха. Иса Адунай пана велеха ваесем леха шалом. Даруй твой шалом, Аба, аль кол амишпахот шалам. Бешем Йешуа. Амен. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Ватию мевурахим. И будьте благословены.